Состояние дорог в Ивановском регионе оставляет желать лучшего. Такие выводы сделала областная прокуратура. Проверки состояния асфальтобетонного покрытия надзорными органами проводятся ежегодно, ведь от качества дорожного полотна во многом зависит безопасность дорожного движения. Летом прошлого года было выявлено почти 250 нарушений закона, связанных с состоянием магистралей. По результатам прокурорских проверок 6 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В суды было направлено порядка 50 заявлений о понуждении органов местного самоуправления привести дороги в надлежащее состояние. В настоящее время проводятся аналогичные проверки. Эти нарушения имеют место во всех районах. Особенно плачевное состояние у нас в городе на сегодняшний день. Ну, после зимы, вы сами видите, вскрылись дороги и какое состояние дорожного покрытия. Поэтому здесь работы прокурором непочатый край, я бы сказал.